которого дали кличку Палач. Вот, это интересный боксер. Вот, ну, сейчас будет гимн Украины, и потом немножко мы вам расскажем о боксере. Итак, дорогие друзья, а сейчас центральный бой вечера. Бой за титул интерконтинентального чемпиона по весу WBA в весовой категории 90,7 кг. Формула боя 12 раундов по 3 минуты. Йозеф Нагь, Венгрия. Iago Kiladze, Ukrainian. Ну, вы сейчас слышали объявление диктора. У боксеров, позвольте мне представить вам супервайзера этого поединка. Чемпион Европы, чемпион мира по версии АМСИ, участник Олимпийских игр в Барселоне. Дамы и господа, ваши аплодисменты. Джестер Дженсен, Дания. Сейчас представляют судьи и рефери данного поединка. Дамы и господа, прошу приветствовать гимны стран-участниц титульного поединка. Гимн Венгрии. Сейчас вам как раз представляю Павел Кардини, рефери и судьи этого поединка. Жан-Луи Леглан, Франция. Хуан Мануэль Гарсия Рейс, Испания. В
красный угол ринга приглашается претендент на титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Дамы и господа, встречайте, Йозеф Нагь, Венгрия! Ну, Джозеф Нагь, 36-летний боксер по прозвищу Палач. На профессиональном ринге уже с 26 сентября 2003 года. Является довольно-таки опытным боксером, имеющим в активе 26 побед и 10 поражений. В ринг выход Яги Киладзе. Это его любимое исполнение. Группа Скорпион. Представляющий Union Boxing Promotion Иаго Киладзе, который родился в Грузии, в городе Тбилиси. Сейчас он проживает в Донецке. Ему 25 лет. На ринге он провел 17 поединков. Во всех он одержал победы. 11 из которых закончил досрочно. Судья и рефери международной категории по версиям EBU и WBA. Обслуживал чемпионаты Европы и мира. Работает инженером. Увлечение бокс, велосипед. Мечта быть рефери в поединке за звание чемпиона мира. Джозеппе Квартароне. Джозеппе Квартароне, Италия, рефери в ринге. Супервайзер поединка Джеспер Дженсен, Дания, главный судья данного поединка. Мы прослушали полностью его программу, его результаты. Мастер спорта, интерконтинентальный чемпион по версии WBA. Живет и тренируется в Донецке. Боксом занимается 11 лет. На профессиональном ринге провел 16 поединков. Выиграл все. Причем 11 из них нокаут. Увлекается охотой. Мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Яга Киладзе!
посмотрим. Максим увлекательный бой, думаю. Бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Да, как вы слышали, бой за титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA. Я вышел ростом. Я ей 25 лет, его оппоненту 36 лет. Как я уже говорил, супервайзер поединка Джеспер Дженсен, Дания, рефери Джузеппе Квартароне, Италия, судья Джан-Луи Леглан, Франция, Павел Кардини, Польша, Хуан Мануэль Рейс, Испания. Судьи и рефери данного поединка. Начали довольно активно. Венгерский пошел боксер в атаку. Также хочется сказать, что венгр в прошлом боксер. Любительская карьера у него. Участник Олимпийских игр в Атланте. Профи-дебют его состоялся в 2003 году. Я думаю, Киладзе Навы должен быть намного техничнее и быстрее все-таки. Подвижнее. Мы видим в начале поединка. Видим, что венгр резво начал. Да, резво начал, как бы сказать. Желание такое огромное, большое. Вот. Я думаю, что я его опережаю. Вот, смотрите, вот такие удары достигают цели. Вот. И они постепенно, венгр как бы уже идет вперед, но я думаю, ненадолго. Хорошо, Яга хорошо бьет передней рукой, жестко. Я знаю, что сейчас в подготовке к данному турниру он проводил спарринги с Александром Гуровым, известным боксером из Мариуполя. Довольно-таки серьезную работу проделал Яга в ходе подготовки. Да, много было спарринг-партнеров, у них очень достойно. Смотрите, хорошая работа передней руки. Намного быстрее Венгера, намного быстрее. И здесь же подхватывает. Тут-то нужно развивать его еще. Безоговорочный первый раунд, я думаю, это Иаго Кіладзе. Технически хорошо подготовлен. Хотелось также несколько слов сказать о организации ВБА. Отметить, что это одна из старейших организаций в мире бокса. Как вы знаете, существуют такие организации, как IBF, WBC и ВБА. Вот они одни из самых старых. И конкретно ассоциация ВБА была основана еще в 1921 году. Сначала она была как национальная в Америке организована, но потом постепенно трансформировалась из национальной в мировую. Президент этой организации Жильберто Мендоза. Который, кстати, тоже посещал
наш город во время прохождения 90-й юбилейной конвенции Конгресса ВБА. Вот хороший удар. Хороший удар. Хороший удар. У нас второй. Но нужно закреплять успех. Нужно закреплять, я думаю, успех. Вот-вот, и здесь вот развивается. Попал. Боксер пока ничего по затылку. Там все было нормально. Там все было так. Боксер сам голову пускает низко. Вопрос в этом нет. Не, претензий к Яге нет. Там было четкое попадание по голове. Смотрите, опережает боксер. Хорошая, красивая. Тут красивая комбинация. Молодец, бой закончен досрочно. Не, ничего не было, пока судья. Да, продолжение. Но Вендер настырный, скажу, настырный. Да, не сдается. Вот, ой, попал, вот попал. Есть, ну, доработал. Я уже акцентировал. Вот есть, да, есть, отлично. Молодец, Вендер. Поздравляем Ягу, поздравляем. Поздравляем Ягу. Бой закончен досрочно. Красивый, красивый бой произошел. Один из красивейших боев за сегодняшний, можно сказать, турнир, да, Макс? Да. Один из лучших боев. Ягу хорошо готов, технически, физически. Да. Ну, физически, конечно, мы не рассмотрели, но я думаю, он отлично готов. Молодой, перспективный парень из Грузии. И он на конференции сказал, что старше меня, и, наверное, его лучшие поединки уже позади. В то же время поединки против меня, у него преимущество и опыт. Поэтому расслабляться нельзя. Мы видим, что он не расслабился. Уважение соперника заслуживает тот факт, что в любительском матче сказал. Но это для Яги не повлияло на рейтинг. Четко выиграл. Да, Ягу довел поединок до логического завершения. Одержал победу нокаутом, уверен, технически. Почетный президент Геннадий Узбек. Президент Юрий. В тяжелом весе здесь один удар решает исход поединка. Вот мы видим, пригласили руководство Union Boxing Promotion, которое поздравляет своего боксера с победой. На второй минуте 11 секунде второго раунда победу техническим нокаутом одержал представитель компании Union Boxing Promotion Iago Kiladze. Наши поздравления, Яга. Поздравляем Ягу с очередным титулом его спортивной карьере и желаем дальнейших успехов. Дальнейших успехов и очередных громких титулов. Видим,
Ягу благодарить своих болельщиков аплодисментами. А также поздравляем руководство клуба с таким воспитанником, потому что руководство клуба сделало почетного все президента. Узбека есть. Геннадия Миновича, Юрия Рубана, президента, а также генерального менеджера Дмитрия Елисеева. С ихней, можно так сказать, очередной победой. Да, да, абсолютно верно. Очередным титулом. Большой вклад в развитие бокса в Донбассе. Вот. И мы видим очередной титул. В Донбассе остается интерконтинентальным чемпионом по весу ВБА. Это большой успех. Все, наша трансляция подошла к концу. Мы благодарны организаторам турнира за предоставленный праздник бокса. Мы благодарны вам за то, что сегодняшний вечер вы провели с нами. Надеюсь, вам понравилось. Поединки, я думаю, были достойны. А с вами сегодня смотрели и вели репортаж мастер спорта Украины по боксу Левченко Максим. А также мастер спорта Украины по боксу, тренер Владимир Леонидович Калиниченко. Спасибо за внимание. Спасибо. Всего доброго. До свидания.